Приветствую всех на своем канале. Мы уже провязали. Начали мы вязать подол платья в розовом. Мы провязали уже здесь два ряда. То есть два столбика с накидом. Между ними провязывали три воздушных петли, потом одну. И так везде. Между двумя столбиками с накидом провязали 3 воздушных, 1, потом опять 3, 1. И потом второй ряд мы здесь провязали. Там, где было 3 воздушных петли, вот я вам показываю пальцем, провязывали по 7 столбиком с накидами. Теперь мы будем также вязать, продолжать. Как этот первый и второй ряд здесь в подоле платья. Этот рисунок по первому, по второму ряду будем продолжать еще 4 ряда. То есть, чтобы все вместе получилось 6 рядов. 2 мы провязали, еще 4 ряда будем вязать. То есть, один ряд будем вязать столбики с накидами и между ними 3 петли воздушных, 1, 3, 1. А потом опять идет следующий ряд, 7 столбиков с накидами и с одним накидом. И следующий будем повторять точно так. Вот получается, мы сейчас вяжем еще 4 таких ряда. Вот мы провязали еще 4 ряда. И вот добавили еще 1, 2, 3, 4. Итого у нас получилось вот от этих столбиков получилось 6 таких рядов. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Теперь продолжаем вязать таким образом. Так, сейчас следующий ряд таким образом мы вяжем. Накид, столбик с накидом, вот берем центр этой чешуйки. Теперь воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Там мы вязали по 3, а здесь будем уже по 4. Опять столбик с накидом. Так. Теперь 1, 2. 2 воздушные петли. Раньше мы вязали 1, сейчас 2. Опять берем вот в серединку чешуйки столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 воздушных петли потом. Потом опять накид. И в эту же петлю провязываем. Так. Опять 2 воздушные петли. Теперь опять столбик с накидом. Вот сюда. Вот видите серединку, как мы вязали. 1, так, вот, и вяжем 4, 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Опять столбик с накидом в ту же петельку. Вот, сюда же. Вот что у нас получилось. То есть раньше мы здесь вязали вот эти, да? Мы вязали здесь 3 воздушных петли. Сейчас мы будем провязывать уже 4. Здесь мы вязали 1 воздушную петлю. Сейчас мы будем вязать 2. Поняли? Так же точно, только по одной петельке добавили сюда и сюда. Это идет для того, чтобы для расширения юбки платья. Так, 2 воздушные петли.
Накид. Извините, тут не две, а четыре воздушных петли. Две мы уже вот провязали. Теперь накид. Столбик с накидом. Теперь опять две воздушные петельки. Накид. Столбик с накидом в серединку этой чешуйки. 4 воздушных петли. 3, 4. И опять сюда же в эту дырочку делаем столбик с накидом. И так вяжете до конца ряда. И таких рядов будете провязывать точно так 6, как и здесь мы вязали. Только здесь на одну было петельку везде меньше, а здесь мы добавили по одной петельке. И сюда, и сюда. Тут у нас стало тогда 4 воздушных петли, не одна, а 2 петли. То есть, как мы здесь 6 рядов провязали, сейчас будем точно так вязать 6 рядов. Пожалуйста, начинаем вязать. И еще вот одно. Если мы вот в таком ряду, да, добавляли одну воздушную здесь и здесь, то есть мы цепочку между двумя столбиками с накидом делали 4 уже воздушных петли и 2, то соответственно следующий ряд, которые чешуйки вот идут, то мы будем между этими чешуйками, тут мы ничего не делали, а здесь будем делать по 2 воздушных петли. То есть вот так. Вот мы провязываем 7 столбиков с накидом, как мы уже это делали. 4, 5, 6, 7. Мы провязали 7 столбиков. Теперь мы сразу тогда начинали вязать следующие 7 столбиков. А здесь сейчас мы делаем 2 воздушных петли между ними. Раз, два. Вот так. И теперь начинаем опять 7 этих столбиков с накидом. Раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И делаем 2 воздушных петли. Раз. Два. И, соответственно, так до конца ряда. И вот таких, как я вам говорила, так и вяжите. Я вам говорила, что надо провязать, как мы раньше вязали, 6 этих столбиков. И этих 6 столбиков будете вязать сейчас. То есть всего, чтобы от этих столбиков, вот где с другим цветом добавлено, как вот планочка такая идет, да, должно быть 12 рядов. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у меня уже 8 идет. Начинаем вязать, продолжаем дальше. Вот мы провязали еще эти 6 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого у нас получилось от этого пояска 12 рядов. Вот смотрите общим планом, что у нас так вышло. На этом уроке мы заканчиваем вязать. Завтра будем продолжать. Спасибо за внимание. Спасибо, что заходите на мой канал. Не забывайте подписываться. Всего доброго. Благодарю за внимание.